Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня мы рассмотрим с вами доступного китайца из рода Xiaomi, Redmi 7. Какими преимуществами обладает данная модель, узнаем через пару минут. Задняя градиентная панель Redmi 7 с нанопокрытием выполнена с использованием технологии компрессионного формования для получения насыщенных и плавных цветов. Всего на выбор доступно три варианта красивой градиентной расцветки. Это синяя комета, черное затмение и красная луна. Яркий HD Plus дисплей с каплевидным вырезом и соотношением сторон 19 к 9, а также с коэффициентом соотношения площади дисплея к корпусу более 86% позволяет видеть больше контента на нем. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, чтобы обеспечить его долговечность даже без защитной пленки. Кстати, работать с таким экраном вы сможете более одного дня. Ведь в этот смартфон встроен высокоемкий аккумулятор на 4000 мАч, использующий технологии энергосбережения, которая поможет смартфону дольше проработать от одного заряда. Также Redmi 7 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 632 с 8 ядрами Creo 250, что обеспечивает улучшение производительности на 40% и более плавную и быструю работу устройства. Процессор Snapdragon 632 также обладает великолепной энергоэффективностью, что позволит вам пользоваться вашим устройством еще дольше. Redmi 7 готов удовлетворить большинство потребностей, вне зависимости от того, как вы будете его использовать. При помощи основной 12-мегапиксельной камеры Redmi 7 вы сможете делать качественные снимки, а благодаря дополнительному модулю вы получите отличного качества портретные снимки с размытием заднего фона. Ну а фронтальная 8-мегапиксельная камера с режимом портретной съемки и искусственным интеллектом точно распознает черты лица для создания хороших портретных снимков. Также Redmi 7 поддерживает функцию спуска затвора при помощи вашей ладони. Просто покажите ладонь в объектив камеры, чтобы сделать снимок, не прикасаясь к дисплею. В ближайшее время также будут добавлены новые жесты. Разблокировать этот смартфон можно двумя способами. Сзади имеется сканер отпечатка пальца, либо можно рассмотреть более быстрый способ – это распознавание лица, но нужно учитывать, что данный способ является менее защищенным. А вот и основные характеристики. А в комплектацию входят чехол, сетевое зарядное устройство и кабель синхронизации microUSB. Итого, Xiaomi Redmi 7 можно охарактеризовать как максимально доступный смартфон, имеющий все необходимые элементы для повседневного использования. Но узнать стоимость данного гаджета вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Также будем радовать вас в наших магазинах, где вы сможете поговорить с экспертами, которые расскажут вам о VIP-привилегиях нашей бонусной карты Know-How, настроят ваш будущий гаджет и расскажут, как им пользоваться. Всем до скорой встречи!